житель Черкас, заслужений військовий льотчик Російської Федерації, полковник авіації Геннадій Штерн, звернувся до російських військових льотчиків з проханням припинити знищення мирних українських міст та сіл. Відеозвернення опублікував у Фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України. В это особое время, обращаясь к летчикам фронтовой авиации ВВС России, я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации. Полковник Геннадий Штерн.